Тихо-тихо-тихо. Он сейчас вылупится, он сейчас вылупится. Я тебе... Во, он вылупился! На тебе, козлина! Ха-ха-ха! Минус еще один чуть-чуть, Чарлик. Ты здесь не пройдешь. Он пройдет! Он сбежит за мной! Да какого фига? Он огромный! Я его завалю. На, на! Хорош! Чуть-чуть, Чарлики атакуют толпой целой, офигеть! Мне бы аптечку какую-нибудь! Жесть какая! Миллион чуть-чуть, Чарликов! Привет! Сегодня мы поиграем с тобой в Чучу Чарли 2. Друзья, вышла вторая часть, и она является продолжением первой части, потому что, как мы помним, в первой части остались яйца Чучу Чарли, и сегодня мы будем с ними сражаться, их будет просто сотни и тысячи, поэтому скорее же ставь лайк, это будет нереально круто. Это Love Love Play, а я Golden Freddy, сразу же погнали играть. Итак, сразу начинаем. Здесь есть режим истории и есть режим какой-то еще, мы его посмотрим. О, то есть мы в этих самых пещерах спустились и пытаемся уничтожить потомство Чарли, соответственно, эти яйца, которые остались в финале игры. Мужик. Кто наконец-то решил проснуться? Здесь все под контролем, ты должен разобраться здесь. Здесь эти маленькие демоны вокруг бегают и всех они бесят. Я просто подожду здесь, а ты там сходи осмотрись. В любом случае, там очень много этих монстров, поэтому тебе понадобится оружие. И там еще всякие, короче, прихвостни этого Чучу Чарли бегают. В общем, удачи и береги себя. Ага, зашибись. Давай, пока, чувак. Так, ладно, поехали. Взаимодействовать. Что у нас здесь такое? Дробовик? Да ладно. А можно как-то... А фонарик можно мне взять с собой? Ну, конечно, давай тратить патроны в самом начале игры, идеально. То есть, чтобы вы понимали, если в первую очередь у нас не было оружия, здесь у нас нет поезда, но есть оружие. То есть, о. Это как? Чего я взял? Я взял скреп, ну этот, короче, запчасти или что? А что нам тут прокачивать? Дробовик прокачивать, что ли? Не знаю, зачем мы собираем мусор, но... Короче, в любом случае, прикол в чем? Прикол в том, что если в первой части у нас был поезд, но не было оружия, а оружие было на поезде, да, то здесь у нас, наоборот, поезда нет, но оружие есть. Аптечка сразу же, зачем, непонятно. Надо было ее, мне кажется, оставить, или я ее с собой взял, типа, могу потом использовать. Бегать можно, прыгать тоже можно, отлично. Фонарик можно взять какой-нибудь? Потому что у меня света нет. Без света ходить такое себе, Чарли. Ну, я не знаю, будет ли тут сам Чучу Чарльз, мы же его убили. Скорее всего, будет только его детишки. Я думал, мы в пещерах будем гонять. А, это есть пещера. Внезапно. Я почему-то думал, там звездное небо, это есть пещера. Ну, нифига себе. Зашибись. Вот это пещера, конечно, крипово, если честно. Это ящик? Ну нет, это не ящик. Я думал, можно залутать что-нибудь. Короче, очень много яиц осталось в конце игры. Кто не видел финал игры, тот знает, наверное. Точнее, ничего не знает. А вот я видел финал, я не понял, что происходит. Привет, рад, что кто-то сюда спустился. А ничего, что у тебя в руках мини-Чарли? Наверное, ты заметил, тут все застряли внизу. А что это такое или кто это? Или что ты ищешь? Она не такая, как другие, она особенная. Найди всех остальных в шахте, в этой темной. И уничтожь их. То есть у нее типа добрый паровозик? Ну зашибись. Не, ну если они все будут такие маленькие... А, она покрасила его в розовый, да. Мы видим. Розовый паровозик. Короче, типа, знаешь, у нее Чучу Чарли вместо Чихуахуа. Решила завести себе песика в виде Чучу Чарлика. Зашибись, конечно, у тебя хобби, женщина. Ладно, я понял, да, я понял. Надо быть осторожнее, надо быть начеку. А фонарь, может, ты мне дашь? Не, не, реально, Чучу Чарлик, смотри. У меня забаговалась ходьба, смотри. Да, забаговалась ходьба, класс. Игра только вышла, уже куча багов. Ну ладно, ничего страшного. Как-нибудь переживем. 6-12 патронов у меня получается. Как-то маловато. Опа, взаимодействовать. Сундук, опять скреп. У меня уже 8 металлолома. Подожди, металлолом это патроны или что? У меня и патроны прибавились. Ну ладно. Еще, ну-ка. Не, патроны сейчас не прибавляются. Может быть она как-то... О, яйцо! Я не буду его трогать. А, блин! Да маленький говнюк! Капец, он меня напугал!
Вы убили чуть-чуть Чарлика мелкого. У него аж ноги отвалились. Это было стрёмно как-то, если честно. Патронов тут, кстати, много. Набираем побольше патронов. Вот это сейчас было внизу. Я думал, он не вылупится. Он вылупился прямо из яйца. Ты видел? Офигеть. Маленький утырок. Судя по всему, это лифт. И мы сейчас... Еще один. Так, тихо-тихо. Он сейчас вылупится. Он сейчас вылупится. Я тебе... Во, он вылупился. На тебе, козлина. Ха-ха-ха. Минус еще один чуть-чуть, Чарлик. Что, все, выкусил? Я, короче, знаю, как с ними справляться. Если к ним подходишь, они начинают трястись. Потом они вылупляются, и надо их срочно завалить. Ясно, понятно. Ну, поехали. Не так уж все и плохо. Пока что. Я не знаю, что происходит с полом, но это очень странно. У меня 80% хп, кстати, мне уже... Ты кто, мужик? Ты меня научишь крафтить? Ты хочешь помочь в шахте тут людям, да? Но это будет сложно, если что. Тут, говорит, никто не выживает. В этих шахтах очень мало света. Вон, Чарли, кстати, гоняет подо мной, если вам не видно. Не видно. Монстры повсюду, и они везде. Тебе нужно как-то об этом позаботиться. Нужно найти и разворошить их гнездо. Я пытаюсь выяснить, как до него добраться, но пока что там все пути заблокированы. Я не думаю, что это хорошая идея врашить гнездо паровозиков, нам же хана будет. В общем, заходи внутрь. Это тебе понадобится. Что мне понадобится? А, так ты можешь видеть... О, ты мне дашь фонарик, спасибо большое. Хорошей тебе охоты. Так, он дал мне фонарик, он мне повесил фонарик прямо на ружье. Красава. Да я вижу уже Чарлика, смотри, он там бегает. Какой он крупненький. Так, тихо, патроны, патроны бери. Крупная чучуха. Так, ну-ка. А куда идти? Ой, бежит на меня. На тебе, козлина. А, они так прикольно помирают. Ноги в разные стороны отлетают. Вон еще один. Тут яйца, вот к яйцам лучше не... Ну, хоть и придется. Вылупляйся давай, собака. Я знаю, что сейчас ты сделаешь. Давай, 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 давай. Я тебя уже изучил. С двух патронов они подыхают. Нормально, в принципе. Жить можно. О, 60 патронов. Не, ну, ребята, с такими патронами я буду заваливать, то я, конечно, всех размотаю сейчас. Блин, к яйцам бы лучше не подходить, конечно, иди сюда. Не, ну чуть-чуть Чарлики лошары полные, максимально. Вот, смотри, забираем. Там сейчас яйцо активируется. Ой, скрэп, зачем он мне нужен? Ты чё такой бронированный, я не понял. Три патрона в тебя всаживать. Ты попутал что-то? Мне кажется, тут выход найти, типа. Из этой... Не хочу сюда идти. Давай с другой стороны. Вот эти яйца бесячие. На самом деле, только... Да, блин, и тут яйца, и там яйца. Ладно, окей, я понял. А мы все обойду прям вот впритык к стеночке. Может быть, он не вылупится. А, лошара, не вылупился. Да, блин, он вылупился. Да что такое-то, а? Бесполезно, понимаешь? Я хочу экономить патроны, а не тратить их туда налево и направо. Опять яйцо, ты посмотри. Офигеть, тут еще и люди есть. Какого... Это эти свистуны из прошлой первой части. Наконец-то их можно убить, ура. Хоть что-то хорошее. Ходит, свистит. Тут денег не будет, дурочка, не свисти. Откуда он взялся? Ну их слышно, кстати, как они топают. Вот они, яйца! Вон разноцветные, смотри, красные, синие. Мне сюда надо, типа? Ну здесь завалено. Блин, тут этих яиц миллиард, ты посмотри. Так, вроде яйцо адекватное. Или нет? Я не понимаю, короче, пойду вперед. Где, где? Вот, идет. Да блин, надоели вы мне уже. Отвечаю, сколько можно. Где, 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 спокойно. Страшно сейчас было. Лучше пробежаться. Да их миллиард, я что должен делать-то, алло? Он идет, идет, смотри, идет, идет, бежит, прям бежит, как психичка. Мне хана. Как же он долго перезаряжается? У меня так патронов на всех не хватает. Аптечка? Вот это сейчас вовремя. Как раз фулл хп себе восстановил. Но блин, мне так не хватит на всех патронов, реально, патронов очень мало. Как мне дойти до финала игры, если...
Он там идет или что, он застрял? Там чуть-чуть Чарли застрял. Да блин, еще один. А можно мне патронов, пожалуй? Ты чё читер сквозь текстуру ходишь? Я пытаюсь аккуратно. Я пытаюсь найти себе патроны, знаешь, потому что... О! Хотя, ну хотя бы так. Я, кажется, знаю, куда мне. О, крафтильный... Стоп! Блин, маленький утырок! И еще один маленький утырок. Все, я убил всех маленьких утырков. Замечательно. Они тут живут, я могу что-нибудь скрафтить? Я могу улучшить себе... А, они пытаются скрафтить поезд. Удачи, пацаны. Да и зачем? Вот... Зашибись, спасибо. Могли бы лучше дать мне патронов, а не аптечку. Нафиг мне аптечка ваша. У меня хпшка фул. Чё вам надо? Кажется, мы куда-то выбрались, смотрите. Какие-то пещеры. Да блин, они, короче, пули непробиваемые какие-то. Я очень надеюсь, что здесь патроны. Тут два кейса. Спасибо, аптечка не нужна пока. Да вы чё, гоните, что ли? У меня патронов нет, вы чё, издеваетесь? Реально, смотри. 6 патронов, куда я с этим пойду? Класс вообще, класс, угу. А можно патроны, пожалуйста? Ну, парочку хотя бы. Пару-тройку десятков патронов можно? У нас стоит, смотри, падла. Там какой-то гигантский поезд, мне кажется. Там реально гигантский поезд, смотри, он тут стоит, бегает. Аккуратно. Да он огромный, я что с ним делать буду? Спокойно, а. У меня 3... А, 6 патронов. 6 по... У меня 6 патронов, ребят, это плохо. Да их там до хрена! Там гигантский паровоз, вы чё? У меня нет патронов, что за говно? Я не могу стрелять, так, спокойно. Я не могу стрелять, чё за фигня? Пойдем на лестницу. Ай, подожди, спокойно, не надо меня бить! Да кто меня бьет? Тихо. Тихо, нам сюда. Что происходит? Алло. Ой-ой, механа. А, гигантский поезд! Что за говно? Куда бежать? Куда бежать? Куда бежать? Да не надо. Что происходит? Что за фигня? А, чего? Я где? Я в текстурах забаговался. Отстань, поезд, отвали. Я умер. Я застрял в текстурах и умер. Классно. Так, чувак, отстанет. А, он забаговался, капец. Ладно, погнали, я понял прикол. Я понял прикол. Мы сейчас проспидраним это все дело. Короче. Издевательство. Меня подставили. Мне, оказывается, не туда надо было идти. Мне надо было идти куда-то в другое место, походу. Ой, еще один. Вот это кейс, хоть я не прямо пропустил первый раз. Да, аптечка. Вот вопрос, зачем мне аптечка в самом начале? Причем две. Гениально, я тоже согласен. Ладно, все, спидран. Спидран. Ты готов? Я тоже готов. Мы это пройдем. Нам нужно дойти до финального босса и завалить его. Всего-то делов. Но это не чисто, чтобы меня еще и стреляют и жрут. Это капец какой-то. О, а с ней можно не разговаривать, кстати. Можно ее просто проскипать, это хорошо. Здесь это сейчас будет куча патронов, и надо их не пропустить. Да капец, одни аптечки, вы что гоните? Это рандом какой-то? То есть, с какой-то вероятностью тут патроны, с какой-то вероятностью аптечки, мне кажется. Это реально какой-то рандом. Да посмотри, здесь вообще нет патронов. Вот два. Раз. Отлично, взял. Сейчас он вылупится. А можно мне в лифт по-быстрому, чтобы не тратить патроны? Было бы очень круто. Я погнал. Ха-ха. Ну вот, 48 патронов, уже хорошо. Короче, я примерно запомнил, куда бежать. Давай быстрее мне этот. Главное, не выстрелишь случайно. Спасибо большое. Так, короче, тут, по-моему, не патрон, тут шляпа какая-то будет. Ну, конечно же. Просто сейчас фигачу вперед. Ага, фиг тебе. Здесь что, патроны? Патроны, хорошо. Блин, ладно. Тебя завалим. Да какого хрена-то? Я так не выживу долго. О, там еще один. Понял, я так долго не проживу. Не, ну без патронов не реально. Ах, ты же ничего, падают сверху. А, нет, подожди, этот дохлый. Этот дохлый. Там, блин, везде этот мусор. Почему я из мусора не могу сделать себе патроны? В чем проблема? Понятно, это лабиринт. Ах, ты ж говно.
Спокойно. Не, ну не тратить патроны здесь не получится, ну никак. Тут везде один мусор, ты понимаешь, патронов нет вообще. И при том из-за этого мусора я не могу ничего делать. Зачем это вообще нужен? Ну сейчас за мной бежит толпа целая, это же понятно. Но за мной уже бежит толпа. Черт. Все очень плохо, ребят. Минус одна. А зачем? Сейчас меня сожрут. Или нет? Ладно, одного завалил. Ну приходится тратить патроны, а что поделаешь? Бежим. Мне вот сюда сейчас надо, но я... Ясно, понятно. Немножко заблудился в этих пещерах, конечно. Попробуй не заблудись. В кейсе что, в кейсе что? Да опять мусор! Да что ж такое-то? Там была хпшка, я точно помню. Там в конце, давай, иди отсюда! Сейчас я либо выживу, либо нет. Их миллиард. Там еще идут? Надеюсь, что нет. Так, все, это что? Аптечка. Аптечку возьми, 90. Нормально, 90 хп, так. Да я в итоге все патроны просрал. Пока шел до этого места. Сейчас здесь опять будет. Ага. Она еще и не умерла с первого раза. Пришлось лишний патрон на нее потратить. Я... Ноль аптечек, ребят. А все, патронов нет. А патроны кончились. Классно, мне нравится. Вам нравится? Мне тоже очень нравится. У меня куча металлолома, но ноль патронов. И сейчас я вот на эту еще потрачу патроны и все, до свидания. Да иди ты нафиг, а. Да ну нет у меня патронов, отстаньте. Я вот как пытался, я экономил, не смог. Все, я валю отсюда. Блин, я надеюсь, я добегу хотя бы и живой. Да отвалите вы нафиг. Отстаньте нафиг от меня. Дайте добежать хотя бы. Все, я иду наверх. Там чуть-чуть Чарли застрял. Лошара. Мне куда-то сюда, наверное, да? Нифига себе, он лезет по лестнице. Ты что, офигел? Ты здесь не пройдешь. Он пройдет! Он сбежит за мной! Да какого фига? Он огромный! Я его завалю. На! На! Хорош! Последние патроны, ребят, потратил. Больше нету. Прикинь, повезло сейчас. Просто повезло. Завалил этого чудика. Не понял, там закрыто? Только не говори, что мне нужно искать ключ. Я не найду ключ никогда в жизни. Вы что, гоните? А-а-а. Не понял. Ты нашел мое убежище? Это же тот чел, которого сожрал чуть-чуть Чарли. Так. Ты здесь? У тебя что, заело пластинку, чел? Да что с ним? Я обанкротился, поэтому решил открыть свою шахту. Да что с ним? Ты есть финальный босс, типа мы... Я сейчас не понял. А как он выжил? Я... Главное, чтобы эта музыка была не палевная. Или палевная. А титры какие-то... Что, финальная битва с боссом? Нет? Игра сломалась? А, класс. Ну, вот и все. Супер короткая игра, но получается, тут есть еще один режим, который мы тоже посмотрим. Режим Орды. Давайте глянем, что здесь будет. Судя по всему, нам дают патроны. Нам дают по... Говорю, дают нам патрон... Спокойно. О-о-о, нифига вас так много! Это гигантская толпа чуть-чуть чарликов! Так, спокойно. Мне нужны патроны. Патроны нужны! А! Они еще и не умирают, нифига. О, они оставляют, кстати, лут, хорош. Они оставляют патроны и лут. Мне бы прокачать дровых. Мы можем пройти в следующую локацию, интересно? Там побольше места, кстати. Они вылупляются, блин, сзади, спокойно, чуть-чуть чарлики атакуют, толпой целая, офигеть! Мне бы аптечку какую-нибудь! Жесть какая, миллион чуть-чуть чарликов! Ребят, ставьте лайки, чтоб я выжил! Ставьте лайки, чтоб я выжил, это невозможно! Капец, они толпой меня окружают! 60 хп, ребят, 60 хп. О, нормас, лута отсыпали прямо по-царски. Мне бы еще успеть его собрать. А чё лут-то исчез?
Вы офигели? Мне патронов не хватит сейчас. Вот сейчас вот прям не хватит патронов. Да нету патронов у меня опять. У меня вся проблема с патронами, да? Да офигеть, их тут сотни, тысячи, миллионы. Я просто, как мне выжить? Как мне выжить, если их так много? Их слишком много. Разраб, ты с ума сошел? Это невозможно. Если сейчас там нет патронов, то это ГГ. А у меня нет патронов. Ящики пропадают! Чего? Это смерть. Хавайте меня. Это смерть, ребят. Ящики пропадают. Это тупость максимальная. Я выжил до второй волны. Ну да, ну да, ну да. Вот так вот и помирают герои. Собственно, вот такая вот игра. В целом игра неплохая, очень короткая и фанатская, конечно же. Будем ждать официальное продолжение от официальных разработчиков Чучу Чарли. Я думаю, они заставят себя долго ждать, и продолжение все-таки выйдет. И посмотрим, что же там будет дальше. А пока на этом все, друзья. Мы посмотрели два режима, прошли полностью игру и посмотрели режим волн, в котором выжить, ну, практически нереально, потому что Чучу Чарли просто сотни тысячи. Но было прикольно, было весело, было интересно. Надеюсь, ролик тебе понравился. Свой лайк ты уже поставил. А мы увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока!